Всем привет! Вот такая я с утра опухшая, отечная. Спала я сегодня долго. Фаина с бабушкой ходила, я выспалась. Да не бойся! Фаина уточек боится, да? Уточек боится. Девочка. У бабушки уже спеют яблочки, мы вчера ели, да? Чего такое? Да не бойся, они не кусаются. Ножкой топни, и все, они убегут. Вот они, яблочки, правда, они все червивые. Ну на. Смотри, червяка не съешь. Почему-то на этом дереве всегда червивые яблоки. Может быть, их нужно обрабатывать? Я вчера вечером загуглила свои цветы. Все названия. У меня фотка оставалась цветов. Ну, когда я их сеяла. И оказывается, у меня в этой длинной клумбе все цветы однолетние. На следующий год их уже не будет. Но буду думать и читать теперь на упаковке, какие садить. Ну, это уже на следующий год, чтобы были многолетние. Мы сейчас пойдем в магазин, пока Фаина там ест. Нужно купить пару подгузников. И звездку хочу здесь купить, чтобы в городе не искать, не мотаться. Ну и мороженое возьмем. Прогуляемся маленько по деревне. Что за цветок? А, мам, а это что за цветок? А у меня вот такой вот есть. Какой? Вот такой. У нас растет. Правда, я не сажала его, он сам. А что эта девочка тут делает, а? Фаин, там курочки купаются. Капец. Ну-ка, вылази оттуда. Нечего хлюпать. На улице прохладно. Фаина играет с песочком. Сегодня снимать нечего. Полдня делала ногти и себе, и маме. Может, одно... Ой. Два видео. Два дня. В одно видео сделаю. Сегодня, наверное, в банку сходим. Хотя здесь есть душевая кабина. Ну, у нас и дома тоже есть душ. Ванная, точнее. Куда уже в баньку сходить? Давно не ходили, да? В деревню, когда ездили, к тетикам, к моим, тогда ходили. Мы в начале августа опять сюда приедем. На 4 дня уже. Мама поедет в Томск к моей сестре. С ребенком повидаться. А мы будем на хозяйстве. Всех кормить, поить. Смотреть за всеми будем. Да? Фаин, на меня не сыпь. Не сыпь на меня. На улице солнце печет, а ветер прохладный. Вот такое чувство. Такое чувство, как будто осень. Даже пахнет осенью. Погода такая же, как осенью. Как в сентябре. Мухи какие-то ненормальные, бешеные просто.
лезут, прям толпами садятся. И не сгонишь. Сидеть невозможно, не дают сидеть спокойно. Лазят, щекотят только, да? Решила переделать маленько ногти. Добавила наклейки. Они уже 100 лет тут лежат. Мама на почте работала. Кто не забирал посылки с Алиэкспресс, ну, допустим, она идет почту разносить, а там никто не живет на этот адрес заказан. Они забирали себе посылки. Им уже года, наверное, 4 этим наклейкам. На этой руке также. Фаина спряталась. Кто там сидит? Вот игры у ребенка. И сидит с языком высунутым. На пупах язык висит. Майки, майки. Пой. За коровами скоро пойдем. О, время уже спать. Скоро будем. Угу. Поймала. Пой, поймала. Вот что значит деревня. Коровы. Мы помылись в баньке. Правда, она была еле теплая, потому что бабушка ее затопила и пошла свои дела делать. Ну ничего. Летом горячая она и не нужна, в принципе. Сейчас покушаем, дождемся бабушку. И будем уже укладываться. Бабушка коров подоит и зайдет. Угу. Соска твоя, когда ты маленькая была, сосала. Я тебя укладывала с ней спать.